Кирове благоустроят 19 пешеходных зон в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Это участок Октябрьского проспекта от Свердлова до площади Лепсе, Монтажников, Сормовская, Мира, Ивана Попова и другие улицы, сообщили в администрации города. Полный перечень сейчас на ваших экранах. Кроме того, сейчас проводится процедура заключения контракта на обустройство освещения. Речь идет о дворах на Володарского 185, Воровского 20, Горького 59 и других. Полный список размещен на сайте мэрии.